Всем добрый день, ребят, иду по улице Хвойной. Видите, сколько ягодок-то у нас тут растет. Ну еще, правда, не созрели, еще какие-то они красненькие. Сворачиваю на Льва Толстого и отправляюсь к автомобилю. Ну, дело в том, что я тут не только что снимал улицу Хвойную и летали. Я не знаю, какой ролик увидите первым, этот либо тот. Возникла у меня такая мысль, коли уж я тут гуляю. А я тут, честно говоря, не частый гость. Как-то мне так сюда подниматься, так впадло. Пешком на машине только могу. Но сегодня поднялся. И сейчас планирую прогуляться не по Толстого обратно, а непосредственно по улице Суворова Александра Васильевича. Вот красивый домик так сделали. Ничего такого, просто обит вот такой специальным материалом, типа то ли, но красиво. Кто-то там день рождения праздновал, надписи такие. Брусчаточка, молодцы, красивенький домик сделали. Обратил внимание, что здесь очень много крет. Вот такие вот. И УАЗиков. На горке у нас всегда много УАЗиков, так как вроде бы у нас-то, конечно же, не бывает этого сильного льда и снега, но тем не менее появляется. Итак, Суворова штрасса. Тут все-таки горка есть. Что-то там ребята сделали из газовой службы. Собачки лают на них. А, наверное, счетчики проверяют, я знаю. У нас-то как частенько проверяют их. Виноград. Маленький такой. Не стриженный. Поэтому такой мелкий. Суворова 4. О, кто-то да открыл двери. Будьте здоровы, кто-то чихнул. Кругом собачки. Осторожно, Суворова 6, тут живут волки. Нет, конечно же, по людей не хочу никого обидеть, но имею в виду. Волк живет один, собак. Показания. Как мне это все знакомо. Тем не менее, видите, здесь на горке есть газ, уже хорошо. Тут хорошая терраса с замечательным видом на море. Но частная территория, сюда ходить нельзя. Видите, какие парковочки. И два сторожевых кота. Третий там уже на подхвате. Привратник мой, Василий. Помните? Мультик был. Кошкин дом. Ну, не только мультик. Ну, а я дошел вот сюда, к улице Суворова, 16, этот красненький большой домик. Я показываю чаще всего, наверное, и акцентирую на нем внимание. Здесь разные домики, смотрите, есть старенькие деревянные, рядом пристроечки такие вот. Люди потихоньку благоустраивают, наводят порядки. Ну, есть над чем трудиться, есть, не скрою. Когда-нибудь сделаю тоже. Вот, кстати, с этого места... Буквально менее года назад я вел репортаж, как-то я помню, вечером. А теперь вот смотрите, какой тут домик, красавчик, появился. Сначала была опорная стена, теперь вот сделали, молодцы, с терраской, красивенько. Ну а Суворова 16, вот этого большого красного дома, который видно за три версты, мы отправляемся к морю. Вру, к морю не пойдем. Мусорные баки на остановке, соблюдайте чистоту. Не зря хозяева, наверное, просят об этом, потом как... Вы увидите. Увидите, а может быть уже увидели ролик. Здесь вот на Суворова 16 замечательная терраса, обратите внимание. Я, конечно, могу с ней только полетать над ней. А кто-то отдыхает. Вся вот виноградики. Вот и там замечательный, обалденный вид. Не только на море, но на все Лазаревское. Кстати, отсюда видно даже пляж Чайка. Лагуна. Людей мало. Пасмурно, пасмурно, ребят. Указатель моря. Суворова 14. Так, виноградик. Растет такой южный колорит. Конечно, тут есть над чем подработать. И будет вообще шикарно, классно.
Вот выход с Суворова 16 прям в сторону, моря. Ступенечки, правда? Так, сейчас. Узенькие такие. Ну, вдвоем можно разойтись легко. Тут вообще как будто бы крепость 16 века. И вот еще выход, я так понимаю, Суворова 16. Те, кто проживает в этом домовладении, легко могут спуститься прямо сюда вот. Вниз со своего дворика. Прикольно. Красивый домик. Мы уже слышим автомобильный транспорт. Это Сочинское шоссе. Вот отсюда тоже неплохо видно трассу. Лавровый лист опять же растет. Хурма. Бычье сердце. Уже желтеет, обратите внимание. О, какое сердце у быка-то. Но я все ближе и ближе к транспортному средству. Вот, обратите внимание, такой красивый современный домик уже. Я так думаю, скоро будет принимать гостей. Интересно сделано так. С террасками, со все как полагается, все красиво, молодцы. Хороший подъезд. Ворота. И отсюда вообще недалеко, вот внизу шашлычная, магазинчик, аптека, все тут рядышком. Вот буквально рядышком 10 метров. Перешли через дорогу, ну не 10 метров, конечно, чуть-чуть больше. Перешли через дорогу, и там уже пляж Касабланка. Кстати, все время спрашивают, где пляж Касабланка. Вот здесь, в районе Визера, пляж Касабланка и находится. Ну, Одиссея, соответственно, тоже. Храм недалеко. Все тут рядышком. Мусорные баки вот внизу, про которые писалось там в комментариях. Фирменный магазинчик Гвинского пивоваренного завода. Но мы туда не пойдем. Он, во-первых, закрыт уже, но и не надо нам пива. Мы же за рулем. Вот шашлычки, кстати. 130 рублей свиная шея. Вполне приемлемые цены. За этот заборчик я как-то ломился, подсматривал. Слева орешник и Сочи. Справа мини-маркет Марка и Лазарская. Ну, это для тех, кто так не сориентировался вдруг. Вот такое вот чудесное место. Называется оно Визер. Я не помню точную его шифровку, но что-то связанное с растениями. Мама, конечно же, в комментариях обязательно подправит, там подкорректирует и скажут, как это все правильно называется. Именно с этого места я начинал один из своих недавних роликов. Домик сдается, помните? Хотя, может, и не помните, я не знаю, какой ролик, опять же, выйдет первым. Всем говорю пока. С этого чудного, зеленого, красивого местечка. С замечательным видом на море. До новых встреч в эфире. Поехал дальше.